Всем привет! Магнитола на андроиде. Фирма вот такая. Вот. Обновил мозги. Убрал синюшный цвет. Кому интересно, сейчас покажу, какая магнитола. Ее данные. Так, вот Android версия 4.4.2. Гиг памяти. Продавалась как Android 6 с ужасным синим цветом. Цвет изменился. Теперь работать стало быстрее. ОБД работает. Вот могу показать. Кто не верит. Вот, все работает. Сопряжение идет, проблем нет. Так что вот, кому не нравится синий цвет, пожалуйста, можете избавляться от него. Официально прошивки не предоставляются. Прошивка будет выложена под описанием снизу. Проходите по ссылочке и качаете. Значит, обновляется она следующим образом. Нажимаете Reset, зажимаете чем-то, как она уходит в перезагрузку, нажимаете, держите 4 пальца к экрану, нажимаете и держите до тех пор, пока она не загрузится. Появляется Android обновление системы, соответственно, прошивку кидаем в корень флешки и все, и ждем, пока она обновится. После обновления может быть произойти, что при включении задней скорости и движении появляется рябь. Надо еще раз ресет сделать магнитоле, и тогда все нормально будет. Вот, все работает, все хорошо. Вот. Все, всем спасибо, всем удачи на дороге.